Теракт на федеральной трассе расследуют в Дагестане. Взрыв прогремел у поста ДПС в Дербентском районе. По уточненным данным, погибли двое полицейских. Еще семеро их коллег получили ранения. Среди пострадавших есть и случайные свидетели. Самодельное взрывное устройство состояло из двух артиллерийских снарядов общей мощностью около 30 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщают в Национальном антитеррористическом комитете. С места событий репортаж Гусейна Гусейнова. Первые минуты после взрыва. На этих кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видно охваченные огнем автомобили. Сразу после взрыва полицейские четко и слаженно начинают отводить очевидцев на безопасное расстояние и выставляют оцепление. Не исключена была вероятность повторной атаки. Все произошло утром около 9 часов на одном из контрольно-пропускных пунктов, выставленных на федеральной трассе М-29. Сотрудник полиции для проверки документов остановил легковой автомобиль. В этот момент в машине сдетонировала взрывчатка. Открылись окна и летели куски железа, говорит, там. Вот, да, вышла она, одна соседка выбежала и говорит, там, и сразу в обморок упала. Да, такой это страшный дым. Испугались, мы вышли туда, там это догорело в машине, не знаю, ближе нас не пускали туда. Часть здания поста сильно разрушена. После взрыва начался сильный пожар. Полностью выгорели 4 автомобиля, которые в этот момент находились на посту. За моей спиной, где виднеются флаги, находится тот самый Джимикенский пост, где сегодня произошел взрыв. До него чуть меньше 100 метров. О силе взрыва можно говорить хотя бы вот по этим элементам взорванного автомобиля. Его детали раскидало по дворам и улицам поселка. Предположительно, бомбу привел в действие террорист-смертник. На эту минуту известно о 2 погибших полицейских. Еще 18 человек ранены. Все они находятся в ближайших больницах Дербентского района. Все травмы минно-взрывные, контузии. Головного мозга. На нашей больнице оказана первичная помощь. Состояние стабилизировало всех больных. Сержант полиции Артур Османов в момент взрыва находился на посту. Полицейского спасло то, что он отвлекся на разговор со знакомым. Взрывной волной его отбросило на несколько метров. Только отошли за машину, разговаривал, и произошел хлопок, вспышка. После резко глаза открыл, смотрю, горю. Товарищ тоже, его взял в сторонку, отошел. У него дети были в машине у этого товарища. Я вспомнил про них, резко к ним побежал, вытащил его жену, детей. После медицинского консилиума его и еще одного полицейского для дальнейшего лечения было решено спецрейсом санавиации переправить в Махачкалу. Несколько часов место происшествия осматривала оперативная группа следственного управления. Сюда же прибыл глава республики Рамазан Абдулатипов. Он рассказал некоторые подробности расследования. Скорее всего, за взрывом стоит так называемая «Южная бандгруппа» во главе с Гасаном Абдулаевым. На их счету целый ряд громких преступлений, в том числе обстрел туристов у крепости Нарын-Кала в декабре прошлого года. Это целенаправленный акт против сотрудников правоохранительных органов. Мы сейчас прослеживаем след. Вполне возможно, что этот убийца, он был уже в поле зрения правоохранительных органов. Движение по трассе перекрыто. Для легкового транспорта организован объезд через поселок. Федеральная трасса М-29, или как ее еще называют, Ростов-Баку, это главная дорожная артерия Дагестана. После взрыва здесь образовалась километровая пробка из большегрузов. Для того, чтобы восстановить движение, сразу после того, как на месте взрыва отработала оперативно-следственная бригада, началась расчистка места. Вот можно наблюдать, как на грузовую машину загружают искореженные останки автомобилей, которые пострадали в результате теракта. Гусейн Гусейнов, Альберт Магомедов и Руслан Ахмедов, Первый канал, Дагестан.